Сегодня в аэропорту Рощино чествовали 1,5-миллионного пассажира. Ими оказалась Ирина Доронина, которая вместе с дочерью отправилась на отдых в Анталию рейсом авиакомпании «Россия». Имя счастливого клиента не знали до последнего момента. Все решилось в очереди на регистрацию. В подарок тюменка получила годовой сертификат на пользование услугами бизнес-зала. Такая удача стала для нее полной неожиданностью. Первый раз за всю свою существование на этой планете я первый раз что-то выиграла. В прошлом году 1,5 миллиона мы перевезли уже в конце декабря. В этом году мы вот 16 октября встречаем 1,5-миллионного пассажира. Это довольно-таки хороший результат, вот, но на этом останавливаться мы не будем. Ближайшие планы следующего года – перевезти 2 миллиона пассажиров.